Всем привет, дорогие друзья! С вами Мак. Особенно я приветствую чуваков, кто вырос в 80-е. Почему? Да потому что сегодня у нас в обзоре Лего. Но не простое, как часто привыкли делать обзоры на какие-то вот постоянные, допустим, серии, как Ниндзя Черепашки или Лего Супергерои, а именно вот такой вот замечательный раритет, который невозможно сейчас купить нигде выше стороны СНГ, даже в Европе. Это, допустим, продается исключительно в Америке. И то, опять же, очень редкая вещь. Итак, что же это такое? Конечно, как вы поняли, это все же Лего, только не простое Лего, а серии проектов Кузо. Что это вообще, кстати, по номерам 4? Надо еще посмотреть остальные 3. Что это вообще такое? Что это за проект? Если не ошибаюсь, раз в несколько лет компания Лего устраивает небольшой такой вот как турнир, что ли, на сообразительность. То есть в этом году исполняется ровно, если не ошибаюсь, 30 лет, ровно 30 лет фильму «Охотники за привидениями». И вот эти ребята из Кузо устроили турнир на то, кто лучше создаст композицию, посвященную данному фильму. То же самое связано и с «Назад в будущее». Этому фильму на юбилей исполнилось, если не ошибаюсь, 85-го где-то. Ой, ну, круглая, в общем, дата. Мне сейчас лень считать. Значит, и вот эти вот ребята из Кузо провели, опять же, турнир интеллектуальный, кто лучше создаст композицию на данный фильм. И парниша, победитель, предоставил простую конструкцию. Вот не зря говорят, что все, что гениально, все просто. Это Марти и Док со скейтбордом. И Делориан, она же машина времени. Как я уже показал ранее, существует несколько комплектаций из серии «Назад в будущее 2», из первой серии и из третьей серии, когда наш герой отправился на Дикий Запад. В состав входит у нас датчик данных временного пространства, номер Делориан, в Калифорнии, между прочим, зарегистрирован, и Flux Capacitor, ну, по-русски это типа флюксуатор, который заставляет вот именно при скорости 88 миль в час перемещаться нашим друзьям в пространство. Ну что ж, давайте распакуем и посмотрим, что же там внутри. Хотя, что там может быть внутри на самом деле? Открываем. Вуаля! Боже, сколько их много, я уже забыл. Так, здесь у нас какая-то часть от машины. Это, наверное, руль или что? Здесь у нас... О, здесь у нас морда Дока Эммета Брауна. А здесь у нас Марти. В таком странном виде. Дальше. Запчасти от Дока. Вот что значит фирменное. На каждом пакетике написано Лего. Кстати, проект 2011 года оказался. Ну, такой старый. И здесь у нас, наверное, тоже связано с машиной. Здесь, наверное, все связано с машиной. Почему-то эти три элемента отдельно лежат. Разберемся. И последний дополнительный элемент. Охренеть. Это, я так понимаю, инструкция, как его собрать. А, тут нечего собирать. 10 секунд дело. Итак, конструктор собран, но сначала хочу вам представить доктора Эммета Брауна и Марти Макфлая. Кстати, у обоих может изменяться настроение. С перепуганного на веселое. С веселого... Чпок. На перепуганное. Ну что ж, а вот и сам Делориан. Машина сделана просто потрясающе.
поразительное внимание к деталям. Внутри мы видим, точнее говоря, сейчас я покажу яснее. Значит, как вы поняли, открываются двери так, как и открывались в фильме, через верх, как и у модели DeLorean. Внутри можно видеть флюксуатор, с помощью которого путешествуешь во времени, и даже вон табло с датой во времени. Номер точно такой же, как и в фильме. Поразительное внимание к деталям. А вот так наши герои выглядят в машине. Кстати, колеса резиновые. Ну, что сказать. Лего, оно и в Африке Лего. Ну что ж, друзья, на этой оптимистической ноте я буду заканчивать свой обзор. Это был обзор, напоминаю, Лего «Назад в будущее», ограниченное издание. Ну а с вами был, как всегда, Мак. Подписывайтесь, оцените, комментируйте, ставьте лайк и смотрите только хорошие фильмы, классические. Поэтому еще раз подписывайтесь и ставьте лайк. До новых встреч!